привет. Просто хотел узнать, как дела. Мне немного страшно. Черный список запущен, и люди сходят с ума. Все попрятались в подвалах. Могло быть куда хуже. Пап, мы будем воевать с Ираном. Все в этом абсолютно уверены. Зависит от президента, малыш. Как быстро она прочтет письмо Грим. А вы... Нет, не буду спрашивать. Идет. О, чуть не забыла. Привет от дяди Вика. Он в сознании? Ты с ним говорила? Всего 5 минут, он все время на лекарствах. Ему... У него все болит. Но он просил передать, что вернется. И что с тебя пиво. Это в его стиле. Я очень рад. Ребенок, у меня к тебе просьба. Не выходи завтра из дома. Хорошо? Ну, ладно. Круто. Пап, я... Не могу объяснить, нельзя. Но ради меня, прошу. Говорят, утечка газа вызвала мощный взрыв в Тегеране. Очевидно, нас там не было. Правда, никому не пойдет на пользу. Не знаю, сойдет ли нам это с рук. Как минимум, мы смогли отложить войну. Выиграли время, чтобы узнать, кто стоит за черным списком. Браво, Грим. Займусь разработкой операции. Поговорим позже. Эй, Сэм. Брикс, хорошая работа. Ты даже брать меня не хотел, Сэм. Знаю. Ты здорово рискнул. Как в Лондоне, да? Слушай, забудь про Лондон. Ты нужен мне на задание. Что? Можно научить поступать верно, но чуять, в чем дело, и рисковать этому не научишь. Значит, мир? Отлично, Брикс. Похоже, нужно работать. Знаешь, когда-то у меня с иранцами был неплохой бизнес. Рад, что не теряю поставщика. Что ты за человек, Кобин? Да ладно. Капитализм изобрели задолго до меня. К тому же, по сравнению с моими козлами-коллегами, я святой. А по сравнению с остальными – дрянь. Думаю, пока все. Какой же ты скучный, Фишер. Чарли. Эй, Сэм, я наконец обработал данные из Тегерана. Что по черному списку? Куц получил приказ убить Садика. Не думаю, что этот генерал тебе лгал. И плохие новости. Отслеживание телефона Нури вдруг накрылось. Мы найдем его. Супер. Но тогда осталась одна проблема из разряда «Что мы, вашу мать, будем делать?» Химическое оружие из Лондона уже в Штатах. Чарли, это хорошо. Значит, план работает. Ого. Даже знать не хочу, что для тебя плохо. Отлично, Чарли. Буду держать в курсе, Сэм, обо всем. Будет рад это услышать.
держим под контролем? Сюда я даже не проскочит. Вероятно, что это 78%. Проценты? Не поверите? Нельзя, все секретно. Здесь бы это против нас не обернулось. Эй, друг, как делишки? Чарли, сколько раз повторять? Не поясничай! Как дурак! Прости, прости. Слушай, я хотел спросить, как насчет сделки? Баш на баш. Что там у тебя? Например, свежие протоколы защиты иранского спецназа, но только если у тебя есть то, что мне нужно. Гонишь? У меня есть исходный код, брат. Если подкинешь парочку программ для взлома, а в них ты мастер, то я, возможно, буду рад поделиться тем, что нарою. Ага, как в тот раз, когда ты предложил админский доступ к швейцарскому банку? Кто старое помянет, тому глаз вон. У нас же... Есть новости, Оли? Сигнал движется на юг по трассе 95. Есть снимки с дорожных камер по этому маршруту. Передай их, Чарли. Сменят курс, сообщим. Я думал, он нас бросил. Он с нами. У нас есть часть номера машины. Работай. Понял. Судя по сигналу, оружие уже почти в Филадельфии. Зря мы дали довести его до Штатов. Если не остановим их... Мы остановим не их. Мы остановим все теракты. Я тут просматривала результаты допросов из Чикаго. У Садика есть круг доверенных командиров. Скорее всего, они координируют атаки черного списка. Если взять координатора живьем... Можно узнать, где планируются теракты. Самое время идти ва-банк. Этот фургон взят на прокат, и по той же левой карте взяты еще 5 машин. Маячок, замедляются. Трасса на Орегон. Сворачивают к пригородам Колумбуса. Городское депо. Видео с камер наблюдения. Другие машины уже на месте. Они готовы к взрыву. Садимся. Аэропорт Филадельфии дал разрешение на посадку. Экипаж, заходим на посадку. Ты разобралась с бомбой из Лондона? Практически. Есть простая процедура обезвреживания. Супер. Чарли, нам надо заглушить радиосвязь в районе. Исключим дистанционный подрыв. Понял. Брикс, идешь со мной. Выдвигаемся. Да. Дымовую шашку лучше использовать на открытой местности и когда рядом противник. Нейтрализуйте противника в первом фургоне. Сними их до того, как взорвут бомбу. Готов. На позиции. Вижу их. Водитель помечен. Понял. 3, 2, 1. Сэм, найди первую бомбу, пока не поздно. Начинаю бой. Бой. Встречаю тебя у фургона. Грим. Я обезвреживаю бомбу. Поняла. Ставлю радиопомехи. Как
Круто. Сигнал хороший. Сэм, есть местоположение еще трех бомб. Одна рядом в тоннеле, вторая на хоздворе, а третья в депо. Времени в обрез. Это слишком большой разброс. Разделимся. Высылаю координаты на обсад. Говоришь прямо как Грим. Все чисто. Грим, есть данные на лидера? Высылаю данные на обсад. Согласно данным разведки, этот теракт организовал именно он. Поговорим с ним. Удачи, Брикс. Отбой. И во что я только ввязался. Скорее, Брикс. Отключи бомбу, пока ее не увезли. Понял. Найти фургон. Там нервный газ. Нашли газ. Вырубаем эту штуку. Are you finished yet? Jesus! Keep sneaking up on a guy planting explosives and we're all gonna be killed. Funny. You wanna answer my question? I'm done. Nobody gets in here without us knowing about it. Or without getting turned into a thin red face. Good work. Помни про углы. Фургоны очень похожи на те, что Чарли видел на камерах. Ого, похоже на берлогу Чарли. Новых гостей. Hey, how are things looking? We're in good shape. Is the device ready to go? Just about. Prepping the area for transport. How long before the unit's ready to move? We're close. Он готов. Son of a bitch! Еще один готов. Мне не до бомбы, пока не зачищу зону. Грим, я на месте. Грим. Эй, Брикс, у нас есть полная схема бомбы, которую Сэм щелкнул в Лондоне. Там внутри аэрозольная система. Думаю, так Сэм и траванулся. Ты справишься. Надо всего лишь осторожно открыть корпус. Нет, и... Нет, дай сюда, Грим, живо. Она нужна Сэму, ищет лидера. Думаешь, я прямо счастлив работать с тобой? Отвянь, Брикс. Просто сбрось данные на мой обсад, Чарли. Обезврежено. Я уже на месте. Сэм, на той стороне виадука инженеры активируют бомбу. Пули лети туда. Хорошо. Сэм, судя по СМИ, вокруг бомбы все заминировано. Сэм, все противники на земле. Никого на крышах вагонов не видно.
бомбу уже переправили на поезд. Сейчас обезврежу. Так просто? Мне не впервой, Брикс. Объект обезврежен. Быстро он. Понял. Я в депо. Триггер показался? Пока нет. Чарли все пытается его найти. Я иду. Будь на связи. Брикс, последнее устройство в депо. Пара секунд. Нужно быстрее добраться до депо, пока кто-нибудь не снес мне башку. Брикс, похоже, что в депо тебе удобнее попасть через второй этаж. Понял, спасибо. Я в депо. Где эта бомба? Брикс, инженеры ставят ее на электричку.
Hold off until we get the word. Are you almost done on your end? Just a couple of settings left to adjust. Is the timer set? Timer and remote triggers are both online and reading green. Perfect. Sniper one here. I'm not seeing anything. Ну, ты это уже делал. Эй, Чарли, я у последней бомбы. Понял. Я могу тебе помочь? Нет, справлюсь. Спокойно. Одна попытка, Брикс. Вот и все. О, черт, Чарли! Я дернул красный провод, это плохо? Что? Еще как? Быстро вали оттуда! Шучу. Мудак. Сэм, все обезврежено. Выдвигаюсь. Подбираюсь к лидеру. На пол! Всем на пол, если хотите жить. Полиция! Буду стрелять, клянусь богом! Вот черт! Это Гаррет, пост 34. Тут еще один, нужна помощь! Тихо! Тихо! Просто успокойтесь все! Пусти заложника! Ты идиот! Не геройствуй! Один уже пытался. А? Стой! Стоять! Да ты издеваешься? Брось оружие! Немедленно! Грим. Перевод получен. С бомбами уже работают, а Сэм вернулся из участка. Да, я слышал. И спасибо за помощь. Что? Нет, ничего. Наслаждаюсь моментом, чувство локтя и вообще. Хорошая работа. Спасибо. В
Впервые я тебя обогнал, а? Бомбы, террористы. Опаснее всех оказался чокнутый коп в метро. Всем собраться на командном посту. Не нравится мне это. Инженеры не хотят проиграть. В чем дело? Инженеры сняли еще одно видео. Вам нас не остановить. Отзовите войска. Переговоров не будет. Терактов будет больше.